Новое здание театра Камала. Как идет стройка и каким оно будет? В центре Казани возводят огромный объект. Его заметно издалека, на берегу озера Кабан. Это новое здание театра имени Галиаскара Камала. Еще один знаковый проект для столицы Татарстана. Показываем, как идет стройка и каким будет уникальное новое здание татарского театра. Стройка идет на берегу Нижнего Кабана, на пересечении улиц Хадид Акташ и Назарбаева. Еще недавно серый район советской застройки должен заметно преобразиться. Здание расположится на 48 тысячах квадратных метров. Внутри более 1300 зрительских мест. 4 зала от 40 до 800 посадочных мест. Некоторые будут с открытым задником и возможностью показа прямо на фоне озера. Главная особенность – внешний вид. Чем-то напоминает Сиднейскую оперу. В концепции «Ледовые кристаллы» много остроконечных стеклянных поверхностей с открытыми террасами, зелеными зонами и садами. Предусмотрено от 4 до 8 этажей. Еще одна особенность – парковок у театра мало, около 200. Приезжать на показы лучше будет на такси или общественном транспорте. Стройка идет ускоренными темпами, не останавливается и зимой. Недавно ход работ осмотрел РАИС Республики Татарстан Рустам Миниханов. О необходимости нового здания говорили давно. В прежнем на улице Татарстан давно не хватало залов и площадок для репетиций. За основу взяли проект победителей международного конкурса в 2021 году московского «Вау Хаус». При участии еще трех фирм – японской, немецкой и казанской компании архитектора Германа Бакулина. Стройку оценили в 13 миллиардов рублей. Ее ведет Евростройхолдинг Плюс. Новое здание театра Камала достроят к сентябрю 2025 года. А в нынешнем по планам разместят Татарский музыкальный театр.